есть такое подозрение, что они даже бизнесменов особенно не коснулись. Ну, ввели санкции, ну и что? Мне кажется, им это как-то... Они уже давным-давно все предусмотрели, наши бизнесмены. Ну а если вдруг они как повод, вот эти самые бизнесмены возьмут введение санкций, чтобы повысить цены на свою продукцию, или, не знаю, там, чего-то лишить наших граждан, тогда, конечно, будет, у нас будет большая проблема. Потому что, насколько мы все знаем, когда у нас повышается цена на бензин, соответственно, и на продукты, на все остальное у нас начинают повышаться цены. Так что, как говорится, лиха беда начала. Может, все станет стать очень-очень плохо.